И, конечно, все внимание Игорю Портнягину. Игорю Портнягину, Соломону Кверквели, который тоже высокого роста и который тоже хорошо играет головой. Итак, подача. Вот так хитро мяч разыгрывается. Была ли рука в этом эпизоде? Бил Караденис. Видите, на все ждали удар головой, а пробил ногой Караденис. Он был один на дальнем углу штрафной площади. Еще один розыгрыш мяча. Подача Набиуллина. Удар головой и гол! Сколько угодно может классно внизу комбинировать Рубин, но гол пришел именно со второго этажа. Владимир Дидюн его забивает. Уже в самой концовке первого тайма была подача Набиуллина с левого фланга. Он автор голевого паса. И далее Владимир Дидюн. Его великолепная игра вот здесь. Смотрим, как он выпрыгнул и пробил. Именно пробил в угол ворот Заболотного. Еще в нашем матче открыт Рубин. В самой концовке тайма забивает такой важный для себя гол. Еще раз смотрим, как пробил Дидюн и забил свой очередной гол в чемпионате России Владимир Дидюн. И тут же команда уходит на перерыв. Второй гол сегодня Дидюна.